Скорую и полицию вызвал старший, 10-летний мальчик. Проснувшись утром с братом, он на 3 года младше, увидели страшную картину. В спальне бездыханное тело матери. Ей было 35 лет. В коридоре отца, ему 43. Соседи называют семью благополучной. Он работал таксистом, она бухгалтером. Никто не слышал, чтобы они ругались. Тишина была и минувшей ночью. Очень благополучная семья была. Очень жаль, конечно, что то, что так случилось. Для нас это шок было. Нас не было дома. Вот с утра только мы слышали, позвонили, сказали, что они умерли. По предварительной информации следователей, мужчина сперва задушил жену подушкой, а затем наложил руки и на себя. По предварительным данным, причиной убийства могло послужить то обстоятельство, что женщина собиралась развестись со своим супругом. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Все обстоятельства случившегося выясняются. Дети пока переданы брату убитой женщины. Вероника Гайнутдинова, «Вызов 112».